наш Федя с детства связан был с землею. Домой таскал и щебень, и гранит. Однажды он принес домой такое, что папа с мамой плакали навзрыд. Студентом Федя очень был настроен поднять археологию на щит. Он в институт притаскивал такое, что мы кругом все плакали навзрыд. Привез он как-то с практики два ржавых экспонатика и утверждал, что это древний клад. Потом однажды вылезти нашел вставные челюсти размером самогонный аппарат. Диплом писал про древние святыни, о скифах, о языческих богах. При этом так ругался по латыни, что скифы эти корчились в гробах. Он древние строения искал со стервенением и часто диким голосом кричал, что есть еще пока тропа, где встретишь пятикантропа, и в грудь себя при этом ударял. Он жизнь решил закончить холостую и стал бороться за семейный быт. Я говорил, жену найду такую, от зависти заплачьте на взрыв. Он все углы облазил, и в Европе был, и в Азии, и вскоре раскопал свой идеал. Но идеал связать не мог в археологии двух строк, и Федя его снова закопал.